Здравствуйте, друзья. Где-нибудь так полдвенадцатого я хотел вам показать еще один пищеблок фламинго. Видите, как это называется? Это прямо у океана. Вот мы заходим, тут все маленькое. Тут и выбора такого нет, как в большом. Но зато прямо у океана. Вот так полежал, подошел и покушал. Так, ну что мы видим? Видите, надо еще поднимать вот эту штуку, чтобы птички не налетели. Сырок, маслица, ветчинка. Так. Мазюки всякие, подливки. Да. Вареница, молочко. Тут берут тарелочки. Это понятно. Такая очень небольшое все такое, миниатюрное. Мяско, дыньки, ананасики, там, арбузики, зеленюшечки. Ну, так вот, такой минимальный набор. Но это не все, на самом деле. Это для сириал. Это сириал. Видите, тут можно с молочком себе налить, насыпать, налить. Да. А вот тут у нас горячие блюда. Ну, чтобы я сказал сразу, что это, как-то это не получается. Но пахнет очень здорово. Пахнет очень здорово. Да. Тут что-то такое прям... Ага. Кваши. Свет, как кваш по-русски? Кваш. Это кабачки, это... Ага, кабачки. Значит, вот кабачки жарят. Да. Ну, сори, это слово забыл, знаешь, как бывает. Вот. И там тоже вкусненько, смотрите, там. Вкусненько. А? Да, мясо. Тут готовится, наверное, еще не совсем обеденное время, я так подозреваю. Будет больше. Вот вы видите пляж. Довольно много народу на пляже. Сегодня хороший день, ветерок. Так, не так жарко. Все мажутся кремами, чтобы не обгореть. Ну и мы пройдем, давайте мы здесь ближе к песочку подойдем. Видите, тут моторная лодка тянет канат, а к канату вот такой парашютец. И там вот женщина. Вот, и понеслось. Видите, полетела женщина. Да. Так вот, а мы движемся вот к этому, хочется сказать, вигваму. Вигвам этот является торговой точкой. Вот. И тут их два. Вот этот и в соседнем комплексе. Так, в пешем ходе. Если кто-то приехал с детками и не запасся вовремя надувным хозяйством, не грустите, у вас полный набор всего, что может понадобиться прямо тут. Вот мы внутри, под навесом. Вы видите, ой, вы видите все богатства. Что тут можно купить? Тут ювелирные изделия всякие. Глиняная посуда, шмотки. Здесь есть вот эти маленькие, которые купаются. Маленькая такая висит. Все такое разноцветное. Красиво. Здесь надо торговаться. Здесь просто так не покупают. Так заламывают это жуткие цены. Значит, надо с ними торговаться. В целом все не так дорого. Ну, ювелирку я не буду смотреть. Обычно люди нервно относятся, когда снимаешь ювелирные изделия. Как-то не стану нарываться. О, яркие платья. Я думаю, что многие из вас спрашивают, а почем, вот, допустим, детское платье? Вот не знаю.
Не знаю. Ловец. Ребята, смотри, какая вещь. Такие, понимаешь, шляпки прикольные. А говорит, майки покупай там. Дешевые майки там. Они в песо сейчас все цены называют, им не положено доллары брать. Ну, в смысле, берут все равно, но все цены в песо, сдачу дают в песо. Кстати, очень симпатичные сумочки такие, очень, очень милые, очень милые. Вот, вот, друзья, за 20 баксов приобрел майку для плавания. Надо сказать, что, услышав, что мы говорим не по-английски, многие думают, что это по-испански, поскольку других не знают, что это английский, и все остальные это испанские. И часто к нам подбегают дети, которые хотят, выучили пару слов там на испанском, подбегают и нам хотят сказать, вот проявить. Ну, не заботу, внимание, так сказать, очень дружелюбно. Вот. А мы сначала думаем, что они к нам по-испански, а потом думаем, ты, они других-то не знают. Все,